канале предлагаю вашему вниманию обзор на китайский набор от производителя NKF. Слишком устал. Это копия Dimensions. Давно мне нравился этот котик. И тут я увидела на ютубе одна девушка, уже, к сожалению, не помню кто. Она вышила этот набор, оформила в картину и вышивала она тоже по китайскому набору. Да так здорово получилось. Я решила и купить этот набор. Тем более он был тогда со скидкой, где-то $7 стоил. Продавец проверенный, я у него неоднократно заказывала. И не боялась, что придет какой-то маленький наборчик в маленьком мешочке без обложки. Все пришло вот в такой заводской упаковочке. И сейчас я покажу, и мне нужен будет ваш совет, потому что здесь кое-что я не поняла. Итак, это набор я заказала на 14 конве. Как всегда, в упаковке на крючочке неудобно, которая застегивается с многоразового использования, я бы так сказала. Идет обложка. Здесь указаны разные каунты, которые вы можете выбрать, и размеры. Вот у меня 14 канва 38 на 38 сантиметров. Но опять-таки, это скорее всего размер, я думаю, самой канвы. Далее. Идет набор, состоит из 4 листов, как будет выглядеть картинка, и идет ключ. Ну, достаточно нормальный, не мелкий, все крупно, понятно, здорово, бэкстич, все видно, в общем-то никаких нареканий нет. И вот здесь более мелко, но здесь и мало вышивать, что я хочу вас спросить. Вот посмотрите, здесь вот китайские иероглифы, мы видим, да, это вот вышивается вот одинаково, да, как я поняла, что это вышивается вот крестом, а вот эти символы, вот здесь какие-то китайские иероглифы уже другие. И я думаю, может, это полукрест или что, или вот то, что это бленды идут, скорее всего, это бленды тоже вышиваются крестом. Получается, здесь полукреста в этом наборе опять-таки нет. Если это так, то опять мне придется все-таки брать схему. Эта схема такого котика у меня уже есть. И тогда я все-таки буду вышивать, наверное, по оригинальной схеме, потому что я не хочу, чтобы все у меня было крестом в две нити. Бэксич и французские узелки, это понятно. Но это всего, скорее всего, крест в две нити. То есть это идут у нас бленды. Вот. Далее, что в набор входит? Канва. Нитки. Вот канва достаточно такая, очень сильно накрахмалена, практически картон, как я ее называю. Я не очень люблю такую жесткую канву, либо ее надо все-таки постирать хоть чуть-чуть, помять, чтобы она стала мягче вышивать потом на ней, либо канву мне менять, потому что на такой мне вышивать комфортно однозначно не будет. Очень жесткая канва, две иголочки и ниточки. Ниточки китайские, шелковистые, синтетические, скорее всего, в большей степени. Ну, вышиваются ими неплохо, девочки вышивали, да я вышивала, в общем-то, вышивать можно. Нитки повешены таким образом, что нужно будет их снимать и перевешивать, что, в общем-то, не очень-то удобно. Вот, ну, планшетка такая, достаточно плотная. Я такой планшеточкой вышиваю сейчас поцелуй снеговику, тоже по китайскому набору, нормально держится, не рвется, в общем-то, и вышивается тоже, в принципе, нормально. И, ну, ключ, все на русском языке ничего нет. Я когда продавцу спрашивала, почему нет креста или еще что-то по инструкции, он мне вот такой вот прислал, все на русском языке. Я только не понимаю, если у них есть такое цветное на русском языке, почему они не вкладывают в наборы нам на русском языке. Тем более знать, что отправляют в страну бывшего Советского Союза, где явно все знают русский язык. Вот, все на английском языке. Ну вот такой был у меня наборчик. Ссылку на продавца оставлю под видео. Может, кто-то тоже давно хочет заказать этого котика, никак не соблазнится. Ну, я считаю, что выгодная покупочка. Все ниточки, даже если я по отдельности бы их доказывала, все равно вышло бы намного дороже. А так, нитки у меня есть, схема у меня оригинальная, скачанная есть. Канву я, в общем-то, скорее всего, постираю, она будет мягче, на ней тоже можно будет вышивать.
Тем более она верложена, все здорово. Поэтому котик у меня еще один есть в моей коллекции котиков. И вышьется, я думаю, он быстро, потому что здесь неполная зашивка. Вот, и такой замечательный котик у меня будет. Вам всем спасибо за внимание. Всем всего доброго. Пока-пока.